Так, пластиковая входная дверь. И она не открывается ни туда, ни сюда. Как будто вообще. Это прижимное? Да, да, нет. А, скорее всего, на нем и сидит. Просто как будто ручка сама пружинит, а механизм вообще не чувствуется. Ладно, сейчас идем с той стороны посмотрим. Ну, надо, да, отжимать сейчас. Вытаскиваем стеклопакет и как-то пытаемся отжать, потому что печеньковый сверток бесполезно у нас, потому что цапы зашли за ответки. Потихоньку отжали профиль, но так как здесь идет по кругу обвязка, то здесь вот еще прижимы и снизу то же самое. И нам, соответственно, надо как-то, если бы был прямой привод, было бы легко, отожал один угол, раз-раз, туда-сюда, а тут еще у нас держит горизонт и горизонт. Соответственно, мы сейчас будем бить и по ней пытаться открыть. Так, в итоге дверь мы открыли. Самый бинго, блядь. Ничего не сломали. Да, вот эти цапы мешали, короче. И снизу еще две. Так, смотрим, что же у нас элементис. Элементис. Ну, смысл сейчас его, конечно, снимать. Не знаю. Менять надо. Случилось, она бы не замкнулась. А... Так, мы разобрали в итоге замок. Ничего не работает. Цапы не работают. Так, вопрос, как закрыться. Как закрыться до того, как заменим. Сейчас засверлим здесь саморез насквозь, вот сюда куда-нибудь. Вот в это место. И подождем до завтра. А завтра привезем механизм и заменим его. Все. Сюда сейчас нужна будет. Так, мы закрепили его в отверстие для ригеля от замка. В принципе, все, она жесткая. Сейчас стеклопакет ставим, и до завтра это все дело курит. По итогу дверь вскрыли, выяснили причину. Замок с собой забираем. Временно прикрутили его на этот, чтобы дверь закрывалась. Потому что сейчас там нет фурнитуры. Все, завтра приедем, будем доделывать.